том, что чудеса случаются и Дед Мороз существует, Ева Халикова уверена, а как иначе? Вокруг столько интересного и необычного, особенно под Новый год. Словно по волшебству преобразился центр, в который девочка приходит на занятия, на окнах снежинки. В центре елка, под которой обязательно должен быть подарок, который Ева очень-очень ждет. Сдержать эмоции трудно, мама Евы признается. Когда собирались в центр, и она предложила дочке надеть красивое платье, та сразу поняла, будет праздник, будет чудо, но вот какое – секрет. Пока Ева, как настоящая дама, прихорашивается перед выходом в свет, в соседней комнате готовится сюрприз. Добрые волшебники, которые увидели историю девочки в проекте нашего телеканала, решили сделать чудо для ангела. Это действительно большое чудо для маленького ангела. Столько радости, столько эмоций от непосредственного и искреннего ребенка. Хочешь попробовать? Спасибо, мама! Девочка, все для тебя уже должен быть. Мир вокруг словно перестает существовать, есть только Ева и пианино, о котором так долго и так сильно мечталось, свое, почти сказочное, но такое настоящее. Но чудеса не заканчиваются. В письме Деду Морозу, которое Ева написала сама, она рассказала, что хочет быть принцессой, а у принцессы должна быть корона. А корону ты хотела? Хочу. А браслетик хочешь? И вот она, корона. Оденем? Да. Молодец, дай оденешь. Ты настоящая принцесса. Настоящий герой и добрый волшебник – это генеральный директор предприятия «Севастопольгаз» Илья Авласевич. Строгий и очень серьезный руководитель предприятия сегодня тоже не старается сдержать эмоции. И, похоже, сам на время становится ребенком. Мы считаем, что каждый ребенок достоин чуда, особенно в такое время, предновогодние праздники и Рождество. И для нас важно, чтобы каждый ребенок получил какой-нибудь подарок и призвать людей, наших горожан, чтобы они действительно отзывались на те требования, даже я не скажу, что это требования, на те желания наших детей, в том числе и особых наших детей, для получения каких-либо подарков, о чем они мечтают. Рада не только Ева, но и мама. Для нее счастье особенной дочери ценнее всего на свете. Мы безмерно благодарны и очень рады. И, собственно говоря, счастье, радость ребенка – это самое ценное в моей жизни, что может быть. И Ева счастлива, она очень воодушевлена, она с таким стремлением, с желанием научиться играть и петь более хорошо. Поэтому мы очень благодарны и очень счастливы.